«Рябинушка» существует уже более 10 лет. Его создал Леонид Останин, который переехал в таежное село Таяты из Тобольска. Хор несколько раз менял свой состав. Каждый раз Останину приходилось начинать почти с нуля. Но титаническая работа всегда приводила к отличным результатам. «Рябинушку» приняли не только в родных Таятах, но и далеко за пределами села. Хор неоднократно становился лауреатом различных районных и краевых конкурсов, а несколько лет назад получил статус народного. Ну, как руководитель-то я как раз строгий. Вот в чем беда, может, некоторым и не нравится. Не строгий, я требовательный просто. Без другого я просто не мыслю. И требую трудолюбия, потому что иначе ничего не преодолеть и ничему не научиться. Останин требует от участников хора ежедневной работы над голосом. Хотя в сельских условиях это сделать непросто, певцы стараются. Совсем недавно в хор влилась мужская группа и солистка. Главное, я ей сказал, что ты поверь в меня, как в руководителя. А я ее послушал, я говорю, проблем много, но мы все это исправим. Но заниматься нужно каждый день. Причем каждый день, не через день, не три раза в неделю, как это, а заниматься, а ты осилишь это? Она говорит, постараюсь. Год назад Леонид Останин отметил свой 65-летний юбилей и десятилетие хора «Рябинушка». Накануне этого события музыкант собирался отойти от дел. Но безупречное выступление его подопечных и теплый прием публики вдохновили маэстро на новые творческие подвиги. Они девочки-то очень хорошие. Вот сами внутри, когда их заглянешь, вот внутри они очень светлые. Как сказать, они вот когда объясняешь, вот о чем надо петь, они понимают. Самое-то главное, они понимают, о чем в песне. Я же не просто песню пишу, и чтобы она раз на полке лежала, а чтобы она исполнялась. А сначала она должна дойти до них, а они должны спеть, чтобы мне понравилось. Если я сказал, мне понравилось, значит, до зрителя она тогда пойдет, это на зрителя песня. И сегодня я убедился, зал небольшой, но ведь зал их принимал. Леонид Останин написал более 350 песен, и только половина из них была исполнена и записана. Руководитель «Рябинушки» надеется, что новый состав хора сделает это непременно. Некоторые принимают меня, некоторые не принимают. Но равнодушных-то явно нет вот так. Не всем нравится, вот, допустим, дисциплина и работоспособность, что была. Но дело в том, что вот он результат. Ведь если ежели бы они не занимались, вот столько песен в одном концерте, вы меня извините, не каждая даже солистка потянет, не только чтоб коллектив. А это ведь только результат труда, то, что они научились работать.